самого появления на свет пернатый уроженец птицефабрики попадает в шумливую и беспокойную компанию. Птицеводческое хозяйство совхоза «Красный партизан» Кустанайской области, пожалуй, самое крупное в крае. Специальная ферма отведена несушкам высокопродуктивных яйценосских пород. При плане в 2 миллиона яиц совхоз уже дал больше 3 миллионов. Инкубаторный цех, установленные новые машины, каждая из которых рассчитана на одновременную закладку 45 тысяч яиц. Нынешней осенью здесь уже вывели для пополнения фермы совхоза 100 тысяч цыплят. Своими питомцами птицеводческая фабрика снабжает и многие другие хозяйства Кустанайской области.